Банкиры, которые показывают беспрецедентные прибыли. Вдумайтесь, более 1 триллиона рублей, и это только за первые 6 месяцев этого года. Загнали население в глубочайшую долговую яму. Уже сейчас платежи по кредитам у трети российских семей превышают 60% их ежемесячного дохода. По мнению Орешкина, близок момент, когда простые люди не смогут перекредитоваться, имея высокую долговую нагрузку, начнут получать отказы и перестанут платить по кредитам. Когда это произойдет, банки начнут рубить выдачу новых займов, что в свою очередь приведет к еще большему росту просрочки. Орешкин не в первый раз призывает ЦБ ограничить потреб кредитования в России, даже ранее предупреждал, что в 2021 году не исключена рецессия из-за его быстрого роста.